В лондонском метро в самый час пик люди предпочитают сейчас стоять, а не сидеть. На мягких удобных сиденьях были замечены клопы. Бэдбакс по-английски. Это французские гастролеры. Приехали сюда на Евростаре в чемоданах через английский канал из Парижа. Там клопы бегают в местном метро и в поездах, в парижских дорогих отелях и кинотеатрах. Все в Париже только о клопах и говорят. И вот, пожалуйста, приехали к нам. Транспортные службы Лондона усилили чистку вагонов. Даже хотят, по примеру французских коллег, призвать на помощь собак-ищеек для обнаружения кровососов. Кстати, живут клопы до полугода, а самка приносит до 500 яиц. Есть от чего понервничать пассажирам. От укуса клопа человек, конечно, не умрет, но неприятный зуд и краснота на весь день останутся.